Окей, всем привет. Меня зовут Максим Густарев, и мы находимся в моей скромной обители. И сегодня мы с вами будем заниматься достаточно очень интересными вещами. Я сегодня буду вам рассказывать про свет, про сложные условия съемки. Ну и капельку мне хотелось бы сегодня с вами поговорить о фотографии, капельку мне хотелось бы поговорить с вами, в принципе, о идеологии фотографии. И сегодня, я думаю, мы с вами устроим веселье. Сегодня мы будем с вами, конечно же, обрабатывать фотографии. И каждый из вас, я надеюсь, сегодня выцепит какие-то интересные особенности. Окей, меня зовут Максим Густарев, и я думаю, мы будем начинать. Если вы меня слышите, видите, там вообще вам интересно, если вы сюда попали совершенно не случайно, там поставьте вот сюда в комментарии, напишите, типа, Макс, мы тебя видим, мы тебя слышим. И я это сразу же увижу, и мы с вами начнем презентацию. Мы с вами сразу же начнем наш урок. Сегодня наше занятие будет длиться, ну, я не знаю, мне кажется, часа полтора от силы, может быть, чуть побольше. Я никогда не умею пользоваться строгим таймингом, мне всегда хочется рассказать очень много интересной и полезной информации, поэтому иногда, конечно же, это может затягиваться, закручиваться и так далее. Если у вас какие-то вопросы ко мне будут появляться, вы сразу же моментально пишите комментарии и задавайте свои вопросы. Вот, окей. Все, отлично, меня везде видно, меня хорошо слышно, и мы с вами начинаем презентацию. С чего мы с вами начинаем? Я прям сразу так не скажу, это будет маленький секрет. Сейчас я себе поудобнее сделаю рабочее место. Окей, начинаем. Сегодня мы будем говорить о свете. О свете, о сложных условиях съемки. О таких сложных условиях, ну, как, допустим, сейчас я нахожусь в комнате, которая освещается двумя источниками света. Первый источник света – это вот сверху надо мной висит такая желтая ужасная лампа, лампа накаливания. Она имеет очень теплую температуру свечения, то есть такой желтенький свет. И свет из окна, который холодный, намного холоднее, нежели этот источник света, но в совокупности они, конечно же, работают не очень хорошо. Сейчас вы смотрите на меня, и мое лицо, оно очень-очень желтое, неприятное. Так вот, нам нужно от этого как-то избавиться. Многие сфотографируют при таком свете в помещении, не в помещении, где угодно. А если вы его выключите... Вот, я его выключил. Открою окошечко, тык. Вот, и я сразу стал намного более приятным по свету. На мне уже сразу более мягкий свет, на мне сразу же более правильные цвета и так далее. Поэтому, если вы используете совокупность нескольких источников света, старайтесь все-таки делать это с умом. Но сегодня мы говорим не об этом, это так маленькое лирическое отступление. Я начинаю показывать вам презентацию от экрана рабочего стола, а от видеозаписи моей физиономии я сейчас откажусь, и вы будете видеть только экран. Окей, смотрим, как это выглядит. Рабочий стол. Отлично. Вот вы видите вот такую замечательную рекурсию, с ней можно поиграть. Если будете когда-нибудь проводить вебинары, это иногда очень затягивает. Очень интересно побаловаться с этими окнами. Вот. И начинаем нашу презентацию. Презентация совершенно не скучная. Наша презентация посвящена сложной съемке и съемке в различных неблагоприятных условиях. Ну, для начала хотелось бы, опять же, кратенько рассказать о себе. Я думаю, много времени это не займет, чтобы вы прекрасно, ну, наверное, более понятно для вас было, кто вам читает лекцию. Меня зовут Густарев Максим, я фотограф, и помимо этого я программист виртуальных туров и 3D-панорам. Отучился я в
Самаре. Я закончил прикладную математику и информатику в Самарском государственном техническом университете, еще там в аспирантуре поучился на кафедре математики. То есть у меня все достаточно так сложено математически. Все мое обучение, оно состоит из каких-то технических аспектов, из определенных алгоритмов последовательности действий. И, как правило, у меня вся обработка, она достаточно автоматизирована. Я сажусь за компьютер, вставляю наушнички, и под музычку приятненькие алгоритмики свои выполняю. Помимо этого, я преподаю. Я преподаватель фотошколы «Лайк» в Самаре. Такая огромная фотошкола. Я так рад за нее. И мы делаем реально крутые вещи. Мы учим людей фотографироваться. Это одна из моих групп. Такая большая, веселая. На данный момент я отучил более 300 учеников. И провел более 2000... Провел несколько, даже не несколько, много уже вебинаров, много мастер-классов с суммарным количеством слушателей более 2000 человек. И открою вам секрет, но я фотограф. На данный момент я фотограф. Я не только зарабатываю на этом деньги, а в первую очередь я этим, ну, как это ни странно звучит, я этим удовлетворяюсь. То есть для меня в первую очередь фотография – это наслаждение, это способ как-то самореализоваться, это способ получить то, что мне нравится. И, конечно же, для многих стоит вопрос такой – а зачем нам вообще нужна фотография? Что она нам дает? И, ну, вот я, допустим. Что дает нам фотография? Зачем она нам нужна? Для меня фотография стала нечто большим, нежели просто способ заработать деньги, либо способ там как-то самореализоваться, способ там провести пару мастер-классов. Нет, на данный момент для меня фотография стала намного большим. Фотография мне позволила раскрыть себя, раскрыть свой потенциал. И, помимо всего прочего, фотография позволила мне путешествовать. Я очень люблю путешествовать, я очень люблю ездить по странам, кататься, фотографировать. И если бы не фотография, я бы, конечно, этого всего не видел. Фотография поменяла мое мировоззрение. Я начал по-другому смотреть на людей, на поступки, на жизнь, на строения какие-то там, не знаю, на города и так далее, на их жизнь. Поэтому... Конечно же, фотография, она очень распространена в моей жизни и практически во всех сферах я ее применяю. Помимо фотографии, я занимаюсь танцами. Я танцор, и так получилось то, что помимо того, что я танцы танцую, я танцы фотографирую. И один из, наверное, моих, одно из моих направлений моей фотографии – это также репортажная фотография, это также фотография... ну, какая-то, каких-то спортивных мероприятий, мне это тоже все очень нравится. Я очень много гоняю по всяким фестивалям, по всяким событиям, и все это конспектирую. Вот. Но непосредственно я хочу вам показать, опять же, несколько моих фотографий, посвященных жанрам портретов, портретам, психологические портреты я очень люблю. И я стараюсь прибегать к достаточно техничной обработке, к техничному видению моей фотографии, чтобы все фотографии были реалистичны. Реалистичны по цветам, реалистичны по объемам. Возможно, где-то они будут гиперреалистичны. Не знаю, почему-то мне очень нравится это слово «гиперреализм». Вот я практически на все свои фотографии могу присвоить такой жанр. Если у вас какие-то вопросы, опять же, по фотографиям будут возникать, вы сразу же мне пишите в комментарии, я вам буду все отвечать, буду отвечать на ваши вопросы, ну и так далее. Вот, окей. Давайте смотреть. Вот эта фотография, кстати, одна из моих любимых, практически случайная фотография. В момент, когда я это дело фотографировал, девочка бежала от других своих подруг, была на девичнике. А впереди там едет машина с милицией, они ее хотели забрать, ну и так далее. Вот. Но мы с вами будем смотреть дальше. Это наша Галия, замечательная. Наш директор в Норвегии, мы фотографировали ее на фоне водопадов. Вот такая вот красота получилась. Девочка с рогами, не спрашивайте, у нее мужа нет, это не муж их поставил. Это, на самом деле, мы на саморезы прикрутили ей к голове, чтобы они держались. Очень много фотографий в контровом свете. Сегодня мы это все будем разбирать. Давайте я быстренько пролистаю. Хлоп, хлоп, хлоп. Большинство из этих фотографий вы видели в анонсе, в трейлере.
Вот, допустим, одна из фотографий девочка с луной, которую мы снимали на одном из курсов нашей школы. Мы как раз взяли плафон, фотографировали вместе с ним. Окей, давайте дальше. Фото, фото, фото. Угадайте, какой здесь свет. Эту фотографию мы разберем чуть попозже. Здесь контровой свет. Солнечный контровой. Но этого недостаточно. Смешанный свет. Совокупность разнотемпературных источников света. Полностью контровой свет. Полностью силуэтная фотография. Это жесткий дневной свет. Это непонятно, какой свет. Угадайте, как мы прикрепили к ее спине крылья. Если догадаетесь, как мы прикрепили к ее спине крылья, то вам поставлю плюсик. Не знаю, что поставлю. Ну, в принципе, все такие фотографии, достаточно стилистичные, все в одном стиле, все в одном жанре, под одну копирку обработаны. Стиль обработки, конечно, сразу же выдает фотографа. Ну, помимо обычной плоской фотографии, мне очень нравится заниматься виртуальными турами. Иногда я занимаюсь разработкой художественных виртуальных туров. Выглядят они приблизительно вот так вот. Я езжу по каким-то местам, заброшкам, не заброшкам, по природе, и разрабатываю такие виртуальные туры. Тоже, конечно же, с проработкой цветов, с наполнением различными интерактивными элементами. Вот такая вот интересненькая презентация внутреннего пространства чего-либо. Ну, конечно же, помимо художественной разработки виртуальных туров, я занимаюсь и коммерческим производством, различные торговые центры, ля-ля, тополя, различные прочие вещи. Вот, ну ладно, это не по теме. Но мне хочется сказать вам следующее. Все, что я делаю, можете и вы. Ты можешь, ты реально можешь. Каждый из вас, конечно же, может сделать абсолютно все, что угодно, сделать абсолютную фотографию, сделать шедевр, там, шедеврашечек себе наделать. И в этом нету ничего сложного, потому что с опытом приходит абсолютно все. Абсолютно все приходит с какой-то последовательностью действий. Каждый алгоритм, он ознакомит вас, допустим, с инструментарием Photoshop. После знакомства с инструментарием вы уже начнете использовать его в своем русле и сможете сделать абсолютно любую обработку, какую захотите. Главное – это знать эти алгоритмы. Сегодня я с вами поделюсь некоторыми алгоритмами, и сегодня мы с вами, конечно же, пообрабатываем фотографии, опять же, способы я вам покажу. Но важно понимать то, что я вам сегодня покажу, это всего лишь 5, 3, 2, 1, может быть, 2% от всех моих знаний. Конечно, все знания, они достаточно обширны, они объемны, и каждый из вас должен понимать, что каждый мастер-класс – это крупинка знаний. Если вы будете складывать эти крупинки друг к другу, то в скором времени у вас образуется целая кучка, и с этой кучкой вы сможете уже делать все, что только вам захочется. Окей, мы начинаем. Начинаем мы с интересной достаточно такой темы, идеология фотографии, но она будет очень коротка. Я вам просто расскажу, опять же, это займет не больше 3 минут, для чего нам вообще нужна фотография. Опять же, это стандартный вопрос, который я задаю для всех. Что именно для вас фотография означает? Ну, каждый начнет отвечать, что фотография – это там туда-сюда, какой-то способ что-то там запечатлеть. Фотография – это светорисование, это рисование светом. И действительно, нам нужно попытаться в фотографии изобразить то, что рисует свет. Свет рисует потрясающие картинки. Наш мозг воспринимает потрясающие картинки. Они могут быть цветными, они могут быть красочными, насыщенными, вариативными, различными. Но не всегда нам удается в полной мере реализовать то, что мы рисуем в своей голове. Порой мы видим потрясающую картинку, берем фотоаппарат, начинаем снимать, а получается у нас полное фуфло, как говорится. Чтобы такого не было, нужно уметь пользоваться и фотоаппаратом, и иметь какое-то чувство вкуса, и уметь обрабатывать фотографии. Все-все-все составляющие в совокупности, они вам дадут хороший снимок. Окей.
И что же такое фотография? Фотография – это способ запечатлеть момент из жизни, момент, тот момент, который мы запечатляем своим мозгом. То, что мы рисует наше воображение, мы должны увидеть на выходе на нашей фотографии. У каждого, конечно же, мозг рисует свое, но для меня очень важно, чтобы фотография оставалась реалистичной, чтобы оставались реалистичные цвета, и реалистичные не с точки зрения то, что они такие есть в реале, а реалистичные с точки зрения восприятия нашего мозга. Вот, к примеру, вот эта фотография на заднем плане под буковками, под словом «начало», с девушкой раскинутыми руками, я в голове почему-то прорисовал именно такие цвета. Вот когда я находился на месте съемки, я видел то, что вот она лежит в этом ручье, ей холодно, там она на 5 сантиметров под водой, и почему-то здесь именно у меня были прорисованы в голове уже изначально такие цвета. Оранжевая трава, синяя вода и белая майка. Ну вот в совокупности Photoshop, опять же, обработка, Lightroom помогла реализовать эти цвета на деле. Окей. Давайте дальше. Такой стандартный вопрос, который задают, ну, которым задаются, наверное, многие, это как сделать круто? Как сделать фотографию крутой? Ну, на самом деле все очень легко. Ответ очень прост. Этот ответ я выявил достаточно давно. Ответ содержится в двух, даже трех, в трех составляющих. Третью составляющую я отдельно отделил таким оранжевым цветом. О ней расскажу чуть попозже. Кстати, все, кто сейчас меня смотрит, пожалуйста, скажите мне, что вот этот оранжевая зона в себя включает. Я специально ее не подписывал. Мне хочется посмотреть, что вы думаете, что туда может входить. Окей, разберем сначала зеленую и голубую зону. Первое, зеленая, это техническая составляющая. Если вы умеете подходить к технической составляющей целиком и полностью, если вы знаете способы, если вы знаете ее на все 100%, то вы, конечно же, уже сможете сделать круто. Техническая составляющая, она дает, ну, какой-то лайфхак. Если вы умеете классно обрабатывать, если вы умеете классно использовать цвет, если вы умеете классно использовать там спецэффекты, то вы сделаете уже интересную фотографию. На нее можно будет уже смотреть. Техническая составляющая, она состоит из обработки, это то, как вы обрабатываете свои фотографии, само собой, свет, то, как вы направляете свет, как вы видите его, как вы умеете находить цветовые пятна, как вы умеете обращаться со светом в студии, как вы, какой, допустим, объектив или камеру вы используете, как поставить ISO, как выставить диафрагму, как выставить, там, не знаю, значение выдержки баланса белого. Это все техническая составляющая. Как вы будете использовать там дымовые шашки, как вы будете использовать дым-машины, как вы будете использовать огонь. Вот это все в совокупности это будет относиться к технической составляющей. А это все делается с помощью алгоритма. То есть вы приходите на место съемки, сами анализируете свет, анализируете, какой на улице там, какая погода, какое небо, какой цвет там от солнца и так далее, какие есть рефлексы. И в совокупности вы отвечаете на технический вопрос только с помощью алгоритма. Если у нас на улице солнышко, то мы выставляем там баланс белого солнца, там открываем диафрагму для того, чтобы размыть задний план. Уже будет круто. То есть это чисто алгоритм. Дальше. Техническая составляющая, она полностью, ну, полностью осваиваема, она полностью обучаема. То есть вы можете прийти в школу, почитать лекции, там, вам преподаватель объяснит, как с ней работать, и вы на все 100% поймете техническую составляющую. Следующее – это художественная составляющая. Вот художественная составляющая, она состоит тоже из нескольких критериев, и мы можем подумать, из чего она может состоять. Первое – это идея, само собой, то есть вы должны придумать, что же вы будете снимать, в каком образе – это второй пункт. Композиция, какие правила композиции используют, там, правила третей, линейной перспективы, ритма, контраста и так далее, там, золотого сечения, симметрии. В совокупности это дает вам художественную составляющую. Также у вас должно быть чувство вкуса. То есть вы должны, в принципе, быть
ну, немного образованы, что ли, по изобразительному искусству, смотреть на картины, смотреть фильмы, смотреть работы других фотографов. И, конечно же, все эти знания, они вам дадут художественную составляющую. Но то, что у вас есть чувство вкуса, это только значит то, что у вас уже в голове заложен алгоритм. То есть вы знаете то, что там правило третей, нужно расположить модель съемки вот на точках пересечения вертикальных горизонтальных линий. И зная этот алгоритм, вы расположите модель так. Если вы знаете, что сделать крутую фотографию со страшной моделью у вас будет меньше шансов, чем с красивой моделью, то вы возьмете образ с красивой моделью. Это тоже алгоритм. То есть вы это знаете, это знание. Это знания приобретаемые. В совокупности техническая и художественная составляющая даст вам 95% крутости фотографии. То есть, в принципе, 95% – это очень много. Если вы знаете эти составляющие, то вы уже будете делать крутые фотографии. Техническую и художественную составляющую вы изучаете. Это знание, это опыт. А вот теперь давайте посмотрим на желтую составляющую. Я быстренько пробегусь по комментариям и попробую увидеть то, что я хотел от вас услышать. Чувство прекрасного, видение свое, талант. Талант, мировоззрение, креатив, само желание. Вот, самый правильный, самый, наверное, самый точный вариант – это талант. Если вы посмотрите, проанализируете все картины там в изобразительном искусстве, Рембрандт, Пикассо, это те люди, которые вот взяли, написали картины и стали классикой. У них должно быть что-то свое от Бога. И вот когда у вас будет что-то свое, какой-то ваш талант, тот, который не нарабатывается, талант, который, он просто сидит у вас внутри. Точно так же музыкальные произведения. Очень много различных композиторов, очень много различных крутых композиторов, которые знают, как писать музыку, которые пишут музыку, но почему-то там вы все знаете, кто такой Бах и Бетховен. Только потому, что это люди, они добавили в свое творчество что-то, ну, что-то от души, что-то свое, какой-то талант все-таки там присутствует. Не какой-то талант, конечно, там очень большой талант. Альберт Эйнштейн, там ученый, физик, и ну, вы понимаете, о чем я говорю. Вот эта вот оранжевая зона – это ваше нутро. И вы должны привнести свое нутро, привнести свою душу в каждую фотографию. И только тогда вы обретете свой стиль, только тогда вы сможете творить так, как не творит никто. То есть, если вы будете разбирать, если вы посмотрите на многих фотографов, то очень часто они бывают очень похожи, очень, ну, прям вообще похожи по обработке, похожи по стилистике. Это, как правило, если, допустим, какой-нибудь преподаватель обучает ученика, и ученик полностью перенимает все до корки. Он просто начинает копировать своего преподавателя. Это не очень хорошо. Вы должны добавлять что-то свое. Вы должны как-то насыщать свои работы. Окей. Как сделать круто? Техническая и художественная составляющая. Их, пожалуйста, это обучаемо. Это не так сложно, это алгоритмы. Просто нужно время, нужна школа, нужно приходить учиться. Смотрим дальше. Давайте разберем, опять же, как сделать круто. Как сделать круто, чтобы снимки были интересными. Одна из художественных и технических составляющих – это идея. Каждый раз, я тут опять немножечко теории говорю, скоро перейдем к практике. Первое – идея. Что же дает вам идея? Идея позволяет раскрыть какой-то замысел. Когда вы начинаете фотографировать, когда вы начинаете прорабатывать саму суть фотосъемки, фотосессии, когда вы придумываете идею, вы, конечно же, должны следовать нескольким принципам. Первый принцип, наверное, самый основной и, наверное, единственный, это то, что ваша фотосессия, она не должна быть бутафорийной. Это не должна быть бутафория. Вы, если придумали какую-то идею, то она должна быть настоящей. К примеру, на этой фотографии я не старался донести зрителям, что эта девушка там умерла, не знаю, всплыла нам на озере и так далее. А я всего лишь позволил зрителям
придумать свою историю. Каждый человек, который смотрит на эту фотографию, он придумает свою историю. Не знаю, там муж ее в озеро бросил, либо она пошла рыбачить, споткнулась, упала в воду и всплыла. Идей, не идей даже, а вот интерпретаций этой идеи у вас может быть очень много. Самое главное, что каждый человек, который смотрит на эту фотографию, он видит в ней какое-то настроение. И вот вы должны с помощью идеи это настроение суметь передать. Окей, первое – это идея. Вы сидите дома, вы вдохновляетесь, вы черпаете в каких-то источниках вдохновения, вам приходит в голову идея. Допустим, в данной фотографии это идея «девушка в воде». Все, «девушка в воде» – это идея. А дальше пошло следующее. Образ. Какой образ, в какую одежду ее одеть, что на ней будет, где она будет именно в каком озере лежать, какие там будут, опять же, объекты плавать, там листья, трава, не знаю, это уже образ. И вы должны продумать образ. Вот давайте посмотрим на эту фотографию. Какая здесь идея? Девушка голая лежит на земле. Все, вот это была единственная у меня идея. И вокруг у нее, опять же, листья. На самом деле, вот эту фотографию я сделал, я увидел такую же фотографию, очень похожую, у Куликова, это фотограф питерский, очень классный парень, вот, мне очень понравилась у него идея, но у него прям совсем другая, у него там девушка на песке лежит, и спираль немного другая, но вот смысл тот же. И когда я сделал эту фотографию, я увидел немножечко другую идею. И здесь получился немного другой образ. Образ уже здесь состоит из, опять же, рога, опять же, трава, опять же, желтые листья, опять же, постановка ее рук, опять же, свет на ее теле и так далее. Это образ. Самое главное, опять же, стоит обращать внимание на то, чтобы ваш образ, образ вашей модели, он не был бутафорийным, то есть он был бы настоящим. К примеру, если бы я в ее образе добавил ей нижнее белье, то у меня бы сразу же куда-то уехала идейная составляющая. Уже бы, ну, она бы просто-напросто исчезла. Уже не было бы столько интереса в этой фотографии. В данном случае образ полностью соответствует идее. То, что это девушка в достаточно абстрактной позе, наедине со своими мыслями, находится на земле, и вот вокруг нее вот такие вот какие-то математические образы в виде спирали. Окей, смотрим дальше. Третье, композиция. В каждой фотографии вы должны видеть композиционные решения. Допустим, эта фотография сделана по правилам третей. Здесь прям ярко выраженное правило третей. Все очень достаточно легко, несложно. И чтобы ваша фотография была интересной, как показывает практика, лучше всего пользоваться определенными правилами композиции. Правила композиции вы должны все знать. Правила третей, линейная перспектива, ритм, симметрия и так далее. Смотрим дальше. Обработка. Вот обработка – это, наверное, один из самых таких, с одной стороны, сложных, с другой стороны, массивных, обширных критериев крутости фотографии. Если вы умеете круто обрабатывать, то вы, наверное, там, ну, сможете сделать даже и самые фиговенькие фоточки, сделать крутую фотографию. Вот обработка, она, конечно же, занимает достаточно много времени. В среднем у меня обработка одной фотографии, ну, занимает примерно от часа до нескольких часов. Если легкая фотография, допустим, вот эта, то это было, ну, в районе часа. Если какая-то сложная панорамная, то там уже может до нескольких часов доходить. Что вам позволяет сделать обработка? Обработка может многое. Она может исправить тело вашей модели, может как-то исправить лицо, может исправить, почистить от каких-то явных недостаточков на коже, может полностью изменить цвета на вашей фотографии, потому что цвета – обработка. Мы думаем, что это техническая составляющая, ни хрена. Обработка – это, с одной стороны, это техническая, но с другой стороны, это художественная составляющая, потому что здесь присутствует такое понятие, как цвет.
колористика. Вот колористика определяется вашей обработкой. Вы должны видеть цвета, вы должны ими управлять, вы должны ими уметь соответствовать, именно показывать то, что вы хотите. В совокупности, опять же, если вы научитесь обрабатывать, уметь управлять всеми этими критериями, то вы сделаете фотографию крутой. Вот так вот подведем итог к вступлению к нашему. Чтобы сделать крутую фотографию, нужно следовать двум принципам. Это художественные и технические обработки. И не забывать ни в коем случае про свое нутро, про стиль, про наш, ну, какую-то личностную составляющую. И если это, опять же, все расписать, то это идея, образ, композиция и обработка. Вот, опять же, зная все эти пунктики, вы сможете делать круто. Ну что ж. Мы начинаем с вами опять веселиться. Глава 1. Это только первая глава. Она самая большая будет, но самая интересная. Свет. Сложные условия съемки. В этой главе мы поговорим о различных случаях, о прикладных именно случаях в нашей жизни, когда мы используем какой-то не особо приятный, не особо правильный свет. Начинаем с первого. Съемка в полдень. На данной фотографии у нас солнышко находится в зените. Оно находится сверху, у нас над головой. Что мы имеем? Имеем мы следующие минусы. Первое – это жесткий свет. Это неправильные цвета на коже. Это жесткая текстура. И, наверное, самое фатальное, что может только быть, это потеря объема. Как правило, при съемке в солнечный день, как мы любим там выходить в обед, чтобы пофотографировать под солнышком, мы теряем объем и получаем плоскую картинку. Вот с этим мы будем бороться. Что ж, как правильно экспонировать кадр? Вам нужно обратить внимание на следующие интересные вещи. Вот эта фотография, на которую вы сейчас смотрите, она была сделана прямо в 2 часа дня. Солнышко находится в зените, лицо, как вы видите, практически пересвечено. Но фотография проэкспонирована на данный момент, она проэкспонирована правильно. Слева от нее вы видите большую гистограмму. Эта большая гистограмма показывает, где у нас есть пересветы, где нету их, где там недоэкспонированные участки, и вообще показывает информацию о свете на этой фотографии. В принципе, о всех яркостях. На что здесь нужно обратить внимание? Первым делом, конечно же, когда вы будете фотографировать в яркий солнечный день, пожалуйста, смотрите на свою гистограмму и умейте ее читать. Давайте прочитаем эту гистограмму. У нас есть пик очень большой деталей слева, но если вы обратите внимание, левая часть гистограммы, она не касается точки черного, то есть у меня тени не провалены, в них есть детали. И справа, если мы посмотрим на точку съемки, на точку яркости с правой части гистограммы, то она тоже практически не касается, там есть маленький запасик. Вот ваша задача выставить гистограмму таким образом, чтобы она не касалась ни левой части, ни правой части, а была строго посередине. За счет этого вы сможете в яркую солнечную погоду, при ярком солнечном свете на нашей модели, сделать последующую обработку и очень крутую обработку. Окей, смотрим дальше. Снизу вы тоже видите гистограмму, и вы видите маленький кружочек на гистограмме. Этот кружочек появился от того, что я навел мышку на ее лицо. Вот ее лицо, цвет ее лица, яркость ее лица расположена как раз в этой точке. Это говорит мне о том, что я смогу вытянуть оттуда детали. Там есть детали, я могу обработать эту фотографию. Вот сейчас я сворачиваю презентажку. Вот у меня эта фотография. Мы ее сейчас с вами обработаем. Я ее открываю в фотошопе, и давайте с вами ее обработаем. Первым делом, что нам нужно понимать, это то, что нам нужно достать детали в коже, в лице. Само собой, все, конечно, знают ползунок highlights, вы можете экспозиции это же опять подвигать, но у вас будет очень маленький
наверное, динамический диапазон на вашем снимке. Вам нужно как-то расширить его, вытащить детали из теней, вытащить детали из цветов. Вот, допустим, я на данном этапе сделаю вот такую вот раздвижку. Она очень широкая, она реально очень широкая. То есть, в принципе, ну, не всегда нужно делать такую раздвижку в обычных фотографиях при нормальном свете. Конечно же, это вам даст просто дичайший результат. Опять же, я немножечко всего подвину, я не буду объяснять, что именно я двигаю, потому что я так предполагаю, вы все знаете. Тут много крутых фотографов, я надеюсь, есть на этой, на этом вебинаре. Я вам покажу просто, как это может выглядеть до и после. Стандартную раздвижку сделаю в Camera Calibration, поправлю немножечко наши паразитные оттеночки, которые у нас вылезли на фотографии. И мы с вами продолжим обрабатывать. Ну вот, я капельку почистил цвета. Посмотрим на до и после. До, после, до, после. Вот получилось вытащить информацию и в цветах, и в тенях, и так далее. Капельку, конечно, я сделаю прям самый малос потемней, но остальную обработку я буду делать в фотошопе. У меня тут уже была фотка одна, я ее оставлю. Что же здесь мне хочется вам сказать? Свою обработку я сейчас делать большую не буду, с чисткой кожи, с чисткой там, с большой чисткой цвета. Я вам покажу, именно расскажу о свете на этой фотографии, как вы можете с ним обращаться. На данном этапе будет продуктивно сделать объем на модели. Вот объем на модели мы можем сделать все таким вот легеньким способом, просто замаскировать ее и с помощью кривых затемнить все, что снаружи нашей модели располагается. Ну и, конечно же, мне хочется оставить света в зоне управления самолетом, то есть вот где-то там в тенях, хочется тоже увидеть свет. Вот, в принципе, что получилось. У нас на фотографии уже на данном этапе появляется объем. Задний план у нас затемняется, передний план у нас осветляется. Помимо всего прочего, вы можете сделать еще несколько интересных способов. К примеру, вы можете слева и справа затемнить нашу картиночку. С помощью такого затемнения у вас получится, опять же, сакцентировать объем, сакцентировать внимание наших зрителей на центре нашей фотографии. Опять же, под небольшим процентом это можно все делать. Тем самым вы создадите некую виньетку. В остальном, опять же, остальная обработка у вас может быть абсолютно любой. Но, опять же, у нас фотографии, если посмотреть на снимок до того, на оригинальный снимок, то, конечно же, все очень-очень поменялось. Давайте сейчас посмотрим на оригинальный снимочек и сравним, сравним фотографии до и после. Так, камера RAW по умолчанию, открыть изображение. Мы с вами изменим размерчик, скопируем, вставим. Ну вот до, после, до, после. Фотография, конечно же, очень сильно поменялась. И в дальнейшем вы можете сделать кучу различной обработки. Вы можете поменять цвета, вы можете почистить кожу с помощью там частотного разложения по Гауссу и так далее, и так далее. Вся вот эта обработка, кстати говоря, которая, ну, которую можно на этой фотографии сделать, она присутствует на одном из моих онлайн-вебинаров, онлайн-уроков в курсе «Творческая фотография», который скоро стартует, но об этом чуть попозже я вам расскажу. Так, давайте переходить дальше. Это был только всего лишь первый способ, первая проблема, с которой мы можем столкнуться.
фотографирование с солнышком над головой. Когда у нас расположено солнце над головой, мы должны правильно экспонировать кадр. Вот только благодаря тому, что я правильно проэкспонировал кадр, не пересветил его капельку, только благодаря тому, что на этапе фотографирования я анализировал гистограмму, я смотрел на нее, я получил такой кадр. Я вам отвечу честно и серьезно. Когда я стоял на этом самолете и фотографировал сверху, мне в глаз светило солнце, и я не мог нормально проанализировать яркость этого снимка по дисплею моего фотоаппарата. Мне нужно было обязательно смотреть на гистограмму. Если бы я на гистограмму не смотрел, то у меня бы кадры все были пересвечены. Потому что, когда вы смотрите на фотоаппарат со светом, когда там солнечный свет светит вам в глаз, вам очень сложно проанализировать этот свет. И, как правило, вам будет казаться, что экран темный, фотография недоэкспонирована, и вы будете делать ее ярче. И в результате свет, яркость лица у вас будет с потерей в деталях, и у вас в результате ничего не получится. Поэтому обязательно смотрите на гистограмму, чтобы у вас все кадры были доступны в дальнейшей обработке. Окей, это первое. Это первое, съемка в полдень, солнце в зените. Дальше. Вторая проблема, с которой вы можете столкнуться, это когда уведете свою модель в тень. Смотрите на эту фотографию и давайте ее проанализируем. Девочка расположена в тени от солнечного света. Помимо того, что за ее спиной синий забор, мы как бы, окей, мы опускаем этот свет от синего забора, он не освещает ее лицо, но ее лицо все равно почему-то синее. Вот почему ее лицо содержит в себе такие мажентовые, голубоватые, циановые оттенки. Они там только благодаря тому, что мы фотографировали в яркий солнечный день без облаков. Вот когда облачков нету, тогда небо излучает очень такой синий холодный свет. И на ее носике, на ее надбровных дугах как раз вот этот весь свет синий противный, он вылезает. Вот как от него избавиться? Есть, опять же, масса способов, уйма способов. И один из способов цветокоррекции, один из способов локальной цветокоррекции я вам сегодня покажу. Конечно, он достаточно легкий, он абсолютно несложный. И я надеюсь, вы его сразу же запомните, никаких у вас проблем не будет. Вот, допустим, у нас вот эта фотография. Я ее открою опять в фотошопчике. И начинаем делать. Первым делом, опять же, мы с вами сделаем раздвижку highlight и shadows, чтобы просто получить детали и в тенях, и в светах. В остальном мы с помощью потом локальной коррекции яркостей, вы уже видели, как я это делаю, мы сможем сакцентировать внимание на модели. Окей, делаем... Опять я сделаю коррекцию объектива. Капельку поиграюсь с камерой calibration. Нет, не буду делать здесь камеру calibration, потому что она здесь не нужна. Немножечко поиграю с оттеночками и с балансом белого. Баланс белого на этой фотографии, он вроде бы приятный, но если у нас уж солнечная фотография и светит солнышко, то давайте сделаем ее более теплой. Ну вот как-то так. Конечно же, никуда у нас вот эта розовота на лице не делась, она у нас осталась. Вот это розовое пятно, оно прям не особо симпатичное. Мы его должны как-то убрать. Окей, давайте попробуем его убрать. Я открываю эту фотографию в фотошопе. И я делаю следующую штукенцию. Я сейчас на все 100% не могу увидеть цвет на этой фотографии. Потому что я вижу цвет в совокупности с яркостями. Вот мне нужно абстрагироваться от яркостей и увидеть только цвет. Я создам новый корректирующий слой с чистым серым цветом и наложу его в режиме наложения яркость и создам еще один новый корректирующий слой насыщенность, чтобы добавить максимум процентов насыщенности и увидеть все оттенки на моей фотографии. Вот я прекрасно вижу, что у меня очень много цвета отличается друг от друга. У меня желтый фон, синее небо, синий забор, синяя куртка. А вот на лице я как раз вижу вот это вот, ну, это жесть.
То есть я здесь вижу такое количество оттенков, что мне прям становится страшно. Где-то это красный, где-то это мажентовый, где-то это пурпурный. Мажента и пурпурный – это то же самое. Где-то это оранжевый и так далее. Вот нам нужно с вами от этого всего цвета избавиться. Способов избавления от такого цвета, их, опять же, очень много. Я вам покажу такой способ. Мы создаем новый слой. Берем обычную кисточку, цепляем отсюда цвет, допустим, какой-нибудь оранжевенький, и начинаем возюкать в режиме наложения оттенок по вот этим участкам на ее коже. Ну, просто так, просто попробуем посмотреть, что из этого у нас выйдет. Может, что-то и выйдет. Вот я вот так вот возюкаю смело, прям вообще не парюсь. Шею не буду трогать, пускай она там желтая будет, она от асфальта все-таки освещается. А вот все остальное я провозюкал. Я провозюкаю под носом. Все. И теперь я уберу отображение двух моих слоев оттенок насыщенность и заливку цветом. У меня останется только мой слой с... Короче, вот такой слой. Что получилось? У меня изменилась фотография, у меня изменился цвет на лице. Видите, исчез вот этот вот мажентовый какой-то дикий неприятный цвет. То есть с помощью вот такого элементарного способа вы можете перекрасить абсолютно все, что только вам захочется. Вы можете взять оттенок травы и зарисовать вот это вот, вот эти блики на деревьях. Вы можете взять оттенок белого дома и зарисовать на заднем плане, там, сделать асфальт холодным, либо наоборот теплым. Уже с помощью такой коррекции вы можете сделать абсолютно все, что только вам взбредет в голову. Но опять же, старайтесь особо не увлекаться. Вот так вот, такой способ. Если интересен, если легок он для вас, то, пожалуйста, пользуйтесь. Он очень удобен. Есть, конечно же, еще несколько способов. Покажу вам еще один. Если вам не хочется мазюкать кистью, вы можете вызвать еще один корректирующий слой. И вот этот оранжевый оттеночек вы сможете поменять с помощью просто выборочной коррекции. Вы выбираете тот участок, который вам нужно поменять, и спокойненько его меняете на оранжевенький. Оп. Что у нас получилось? Ну, получилась вот такая вот шлепенция. До-после. Видите, он исчезает. То же самое происходит на оригинальной фотографии. До-после. Вот мы с вами удалили всю мажемту с лица. То есть, опять же, это очень удобно. В этом случае вам уже не надо мазюкать кистью. Вам просто нужно сделать пару движений. Опять же, если... Вам нужно опасаться некоторых ореолов, которые могут у вас возникнуть. Допустим, если вы будете делать больше, либо контрастнее, либо неправильно раздвинете рамки, которые у нас снизу расположены, то вы есть вероятность того, что вы будете получать вот такие вот неприятные ореольчики. Вот чтобы такого не было, нужно это все двигать очень аккуратно и смотреть на то, что вы двигаете. Поэтому будьте аккуратны, будьте предельно осторожны. И тогда у вас все будет хорошо. Вот. Ну вот, в целом, это что касается удаления паразитного оттенка на лице. Эту фотографию я тоже оставлю, пускай она будет. Сворачиваем в Photoshop и переходим к нашей лекции. Так, давайте я отвечу на некоторые вопросы, чтобы мы с вами могли дальше с чистой душой продолжать. Вопрос номер раз. Юрка Вольфович. Как вы делаете снимки с такой высоты? Стремянку с собой берете? Я вам чуть попозже прям покажу снимок. У меня есть фотография, где меня сфотографировали ну, в позе, как я это все делаю. Как я вот снимал как раз с девушкой, вокруг которой листики по спирали. Я понял, о чем вы. То есть это я запомнил. Сейчас прям запишу, чтобы не забыть. Вопрос
Записал. И следующий вопрос. Менять надо на преобладающий цвет всегда ли? Мне хочется вам сказать одну вещь. Когда вы обрабатываете фотографию, когда вы обрабатываете и стараетесь получить реалистичный цвет лица в любых условиях, то в... придется опять открыть Photoshop, чтобы вам показать просто. Ну, опять же, некий лайфхак. У вас цвет лица можно выверить по процентам. По процентам он всегда должен быть немного одинаковым, немного похожим. К примеру, вот этот цвет лица, он немного, ну, на мой взгляд, сейчас скажу вам. На мой взгляд, он немного не желтоват, то есть он немного красноват. Чтобы он был более реалистичным, у вас должно быть по процентам в цветовом пространстве LAB, то есть цветовое пространство LAB, вхождение канала А и Б в одинаковых процентах. К примеру, вот я навел на ее лоб, у меня канал А входит на 9%, а канал Б входит на 8%. То есть они практически под одинаковым процентом входят. А вот если бы я навел на какой-то мажентовый участок, то вот я, допустим, на носике нашел этот мажентовый участок, то по процентам это получилось 9,3. Раздвижка, разность в 6% – это много. Вот эта разность каналов A и B у вас должна быть минимальной. Тогда у вас будет цвет лица привычным, стереотипным, правильным, гармоничным, приятным, ну и так далее. Окей, смотрим дальше. Зинтаха. Оп. Это что касается паразитного оттенка на лице от неба. В данном случае эта фотография была сделана тоже как раз с удалением вот этой синевы на ее лице. Так у нее было синее не только лицо, у нее были блики на волосах синие, у нее был цвет вот этих циферок на ее одежде тоже был синий. Вот чтобы избавиться от этого, пришлось пообрабатывать. В данном случае мы с вами увели модель в тень, то есть мы ее прям загнали в здание, и здесь вы как раз видите этот синий паразитный оттенок. С правой части, точнее с левой части у нас модель освещается солнышком, а с правой части у нас модель освещается синим вот этим непонятным цветом, светом от неба. Здесь я как раз его уже не удалял. Здесь я его оставил, потому что он не несет ничего плохого. Окей, следующее. Вот эта фотография, она была сделана только благодаря расположению модели в арке. То есть это обычная арка. Я думаю, у каждого в городе такая арка имеется. Можете, опять же, сделать что-то наподобие. Окей, избавляемся от жесткой текстуры. Жесткая текстура, как правило, вылезает у нас при любом солнечном свете. Это прыщики, это поры на лице. Вот чтобы этого не было, мы можем либо замазать все на этапе создания образа, то есть любой мейкап, любая девочка-фотограф поймет, что это такое. Я этим никогда не пользовался, я отношусь к фотографам-мальчикам, поэтому у меня выход – это Photoshop. Я сажусь за Photoshop, открываю частотное разложение и начинаю фигачить. Вот. Дальше. Добавляем объем. Добавляем объем фотографии. Вот чтобы ваша фотография при ярком солнечном свете, при солнце в зените не потеряла объем, нужно следовать некоторым принципам. Либо некоторым принципам, либо, опять же, этот объем вы можете добавить в фотографию на этапе обработки. Какие бывают объемы? Глубинный резкостной, светотеневой, перспективный, температурный и информационно заполняющий. Все эти виды объема я как бы написал сам из своего опыта, что в голову пришло, то и написал. Давайте разбираться. Что такое глубинно-резкостной? Это разделение вашей фотографии на несколько планов. Передний план, средний план, задний план. На данной фотографии вы видите только передний план, то есть наша модель. Задний план в расфокусе, и он тоже здесь присутствует. Чтобы размыть задний план, вы можете использовать либо открытую диафрагму, либо следовать следующему соотношению расстояний. Расстояние между фотографом и моделью должно быть намного меньше, чем расстояние между моделью и задним планом. В данном случае у вас получится размыть задний план даже на несветосильный объектив. Следующий вид объема – это светотеневой.
Светотеневой объем может быть реализован с помощью затемнения заднего плана, естественного либо искусственного, dodge and burn, то есть это искусственная прорисовка светотеневого рисунка, либо виньетирование. Опять же, вы можете это реализовать с помощью фотошопа, либо естественное виньетирование с помощью светосильной оптики. Вот давайте разбирать. Светотеневой объем затемнения заднего плана. Это можно реализовать с помощью фотошопа. Я вам уже показал, как это делается. Вы просто рисуете масочку на нашей модели, с помощью размытия размываете границу и затемняете задний план с помощью кривых. Вот у вас слева до, справа после. Мы уже можем акцентировать внимание на модели за счет затемнения заднего плана. Затемнение заднего плана естественное. У нас модель держит в руках свет, источник света, освещающий ее, и, конечно же, мы внимание свое обращаем в первую очередь на светлые участки. Мы затемнили задний план. Задний план затемнен с помощью помещения нашей модели в арку. Она освещается естественным дневным светом, задний план в тени. Следующий вид объема светотеневой с помощью Dodge and Burn. Это делается с помощью фотошопа. Вам нужно создать серый слой и на нем рисовать с помощью кистью тени и света. К примеру, вот на этой фотографии был нарисован приблизительно такой рисуночек светотеневой. Вы его видите снизу слева. Скажу вам сразу, на это уходит очень много времени. Чем больше вы будете уделять времени деталям, тем более интересен будет ваш кадр. К примеру, вот эта фотография была до прорисовки объема, а вот такой она стала после прорисовки объема. Ну и здесь некоторая цветокоррекция. То есть до, после, до, после. Я даже вот нарисовал тень от ее ног, более утрировал, чтобы просто чувствовался этот объем. Лучше, конечно, это все делать, это даст только дополнительную гармонию, дополнительное выражение, выразительность вашей фотографии. Окей, следующий вид светотеневого объема – это виньетирование. Если у вас светосильная оптика, и если она виньетирует, то в некоторых случаях, может быть, даже не стоит виньетку удалять. К примеру, я практически все свои кадры снимаю на объектив Sigma 35 мм f1.4, и у этого объектива очень сильная виньетка, прям реально очень сильная. Если вы посмотрите на фотографии слева, сверху у нас фотография без исправления виньетирования, снизу фотография с исправлением виньетирования. И в данном случае нижняя фотография мне кажется менее привлекательной, чем верхняя, поэтому я виньетирование оставляю. В случае фотошопа вы можете опять же создать корректирующий слой кривые и наложить маску вот в таком виде, это обычный градиент радиальный, чтобы сакцентировать внимание на центре нашей картинки путем затемнения заднего, не заднего плана, а краев кадра. Следующий вид объема – это перспективный. Вы должны, конечно же, пользоваться различными линейными перспективами в вашем кадре, только за счет таких линейных перспектив, линий, уходящих куда-то вдаль в бесконечность, у вас получится добавить в фотографию объема. Следующий вид объема – это температурный. Это использование разнотемпературных источников освещения. Допустим, на этой фотографии их три. Естественный свет нейтральной температуры, освещаемый, который освещает нашу модель. На заднем плане свет теплый от лампы, от звезды. И свет в окне, он холодный. Вот за счет такого источника света, за счет таких температурных вариаций у нас получилось добавить выразительности, добавить объема на наш снимок. Если, допустим, вы схлопните синий холодный оттенок к теплым, то есть удалите вот эту разность температур, то ваша фотография будет, конечно же, хуже. Если у вас есть вот эти разнотемпературные источники, то умейте ими пользоваться, это бывает иногда очень круто. И следующий, крайний вид объема – это информационно-заполняющий. Информационно-заполняющий объем гласит нам о том, что вы можете добавить объема вашу фотографию путем насыщения ее различными деталями. К примеру, на этой фотографии она достаточно широкая, она имеет киношные пропорции, да, даже 16 к 9, грубо говоря. Она содержит в себе очень много деталей. На заднем плане цепочка, там, на заднем плане два корабля, два судна. И благодаря такому объему, благодаря вот этой детализации, у нас фотография становится более интересной. Вот здесь, опять же, фотография
она содержит достаточно большую глубину резкости и очень много деталей проработано, деталей, несущих в себе какую-то информацию. И вот за счет этого фотография становится насыщенной и объемной за счет атмосферы. Вот именно атмосфера нам говорит уже о информации. К примеру, давайте посмотрим на несколько кадров. Вот посмотрите слева на девушку, и проанализируйте кадры, сделанные на 10 мм и на 300 мм. К примеру, на 300 мм кадр получился, ну, стандартным, стандартизированным, но он пустой в плане информации, просто девушка. А вот на 10 мм уже угол обзора намного шире. У вас входит и окно, и двери, и диваны, и там какие-то подушки. И в совокупности такой кадр, он будет более наполненным. Вот, к примеру, давайте посмотрим еще на фотографии черно-белые справа. У нас девочка и мальчик, они сфотографированы с одинаковым овалом лица, но девушка снизу, она более интересна, потому что мы уже не просто смотрим на ее портрет, а мы смотрим на совокупность ее портрета с задним планом. Уже есть какая-то информация о заднем плане. Эстакада, там какое-то озеро сзади слева. И в совокупности это дает больше информации, а, соответственно, кадр становится более интересным. Хотя, в принципе, ну, объем, кстати, еще не сказал вам такую вещь. На 35 мм, на меньшее фокусное расстояние, объем достигается еще за счет того, что мы используем маленькое фокусное расстояние. И вот при использовании 200 мм картинка сама, она становится плоской. То есть на это тоже стоит обращать внимание. Окей. Следующая тема, следующий вид света, который сложный, который опасный, который, ну, с которым нужно уметь управляться, это свет контровой. Наверное, многие начинающие фотографы сталкиваются с такой проблемой, что при попытке сфотографировать вот приблизительно такой кадр, они получают вот такой вот кадр, который с дико пересвеченным задним планом, с непонятным вообще насыщением. Кстати говоря, этот кадр, он сделан в автоматическом режиме, и вот вы видите его гистограмму слева. То есть автомат сделал так, чтобы у нас вот пик, основной бугорок наших светов, он был посередине. То есть не всегда стоит снимать в автоматическом режиме, конечно же. С какими минусами мы можем столкнуться в контровом свете? Первое – это сложность замера экспозиции. То есть если вы пользуетесь автоматическими режимами, то это вообще просто труба. Нельзя пользоваться автоматическими режимами в такой съемке. Следующее – неправильный баланс белого, который не будет давать нам выразительности, не будет добавлять выразительности в нашу фотографию. Третье – это трудность фокусировки, потому что в контровом свете очень, ну, реально прям очень сложно сфокусироваться на нашей модели за счет того, что за ней расположен яркий источник света, и просто наши точки фокусировки не всегда способны уловить правильный фокус. Иногда они промахиваются, фокусируются на заднем плане, либо на переднем, ну, короче, как-то непонятно. И четвертое, если вы фотографируете в контровом свете, то у вас, как правило, передний план, он темный, у вас получается силуэтная фотография. Вот нужно уметь фотографировать даже при таких условиях. Окей, начинаем. Сложность замера экспозиции. В данном случае вы видите фотографию, которая сделана в ручном режиме, и она специально недоэкспонирована, чтобы мы получили детали в цветах и в некотором роде потеряли детали в тенях, чтобы у нас не был кадр бледным, чтобы он был контрастным. Вот гистограмму этого кадра вы видите на слайде снизу слева. Что же здесь нужно знать? Опять же, в ручном режиме мы выставляем ISO, выдержку, диафрагму вручную. Этот снимок снят точно так же в ручном режиме, недоэкспонировав. Я его недоэкспонировал специально, чтобы получить информацию в цветах. Основное правило при фотографировании в таком свете, в контровом свете, это наличие глубоких теней. И, конечно же, у вас должна быть точка белого. Вот если вы потеряете точку белого, то есть вы затемните кадр настолько, что у вас
точка белого отсоединится от правой части гистограммы, то ну, вы просто-напросто будете неразумно использовать динамический диапазон вашей камеры. Вам нужно будет немножечко, кадр будет сделать светлей. Но вот в данном случае на данных фотографиях точка белого, она касается правой части гистограммы, она задействована по полной, и все вроде бы хорошо. Давайте посмотрим на балансы белого двух снимочков. Слева сверху вы видите оригинальный кадр, снизу слева вы видите обработанный кадр. Вот при фотографировании в контровом свете нам лучше делать кадры теплыми, заранее теплыми. Это стереотип, это реально стереотип. Когда вы находитесь на солнышке, когда вы находитесь на улице и солнышко близко к горизонту, оно вам кажется красненьким по нескольким причинам. Первая причина – это атмосфера Солнца, излучающие свои лучики, которые проходят через атмосферу Земли, они окрашиваются в цвет пыли, то есть становятся желтыми, красными. А второе – это когда вы смотрите на солнышко, вы капельку глазки прикрываете, и свет, проходящий через ваши веки, через капилляры, тоже окрашиваются красными тонами. И вот поэтому именно фотография, обработанная, стилизованная вот снизу, она более привычная, более реалистичная, она более атмосферная, потому что она содержит именно те цвета, которые видит, воспринимает наш мозг, потому что для нас они ну, такие прям красные, оранжевые. И чтобы это реализовать, вы можете пользоваться балансом белого. К примеру, давайте обработаем фотографию, опять же. У нас есть фотография, сделанная в контровом свете. Вот у нас получился такой снимок. Это равка, и я сейчас ее прям вкратце быстренько обработаю. Я опять же попробую вытащить детали в тенях, чтобы получить какой-то контраст на кадре. Но баланс белого я уже заранее на этапе обработки я уведу вправо, чтобы просто получать теплую картинку. Дальше я, конечно же, поработаю немножечко с модулем Camera Calibration, чтобы получить больше красноты в кадр, именно вот такой естественной красноты. Капельку сделаю его потемней. Вот так. Все остальное я буду двигать в Photoshop на этапе уже обработки. Открываем картинку. И начинаем творить чудеса. Первым делом, что мы здесь можем себе позволить, это сделать более какой-то выразительный акцент на красоте, на красноте. Я выберу корректирующий слой Selective Color, и в красном оттеночке я немножечко удалю вот циан, чтобы убрать холод, убрать холод в тенях. Капельку убрал, добавил черноты. Убрал желтоты. Вот получилось приблизительно так. До-после. Она стала капельку розовей. И второе, что я на этой фотографии сделал, это с помощью кривых уже в тенях капельку уберу красноту, уберу зелень и посмотрю, а есть ли у меня там голубые оттенки. Вот я, когда убираю голубые, у меня фотография прям становится желтенькой. До-после. И еще с помощью кривых я попытаюсь схлопнуть информацию в тенях, потому что мне абсолютно неинтересно вот, насыщение теней и светов вот здесь. Вот. Поэтому я сделаю такую некую стилизацию под пленочную фотографию, я создам вот такую вот кочергу снизу в кривых, чтобы получить вот этот немного пленочного эффекта. Капельку это немножечко акцентирую посильней. Вот. До-после. Сразу тени стали более мягкими, и у меня фотография заиграла совсем другой жизнью. Опять 1200 сделаю по большей стороне. Вот я до этого обработал, здесь я еще капельку поменял ее пропорции. Но, в принципе, все одно и то же. Да, прям цвет. Смотрите, я сейчас обработал на глаз и получил именно ту же самую картинку, которую сейчас сделал... сделал уже с вами.
Вопрос. В каких случаях необходимо затрагивать камера calibration? Камера calibration – это очень распространенный и очень непонятный для понимания именно параметр, очень сложный для понимания параметр, но есть его непосредственная польза. Он позволяет немножечко схлопнуть оттенки, вариативность оттенков в красном и синем каналах, за счет которых у вас вылезают на фотографии абсолютно другие цвета. Просто ваши цвета на фотографии, они начинают очень сильно меняться, и иногда в лучшую сторону. Я вам покажу просто одну раздвижку, которой сам всегда пользуюсь и очень ее люблю. Когда у вас камера RAW стоит по умолчанию, камера calibration стоит по умолчанию, вы уводите красный канал вправо на какой-то процент, синий канал влево на какой-то процент, а зеленым каналом уже подтягиваете и насыщенность, и оттеночную составляющую до нужного вам результата. Ну вот до-после, до-после. Фотография, она поменялась и по оттенкам, и по яркостям. То есть в совокупности эта штука достаточно удобная. Я, конечно, не буду вдаваться в подробности, как эта штука работает, потому что если буду, то это затянется еще на очень долгое-долгое время. Окей, давайте смотреть дальше. Следующее. Ну, опять же, вот эта обработка, она очень быстрая, она делается в 3 минуты, то есть здесь никаких проблем нет. С балансом белого разобрались. Следующая проблема, с которой мы можем столкнуться, это сложность фокусировки. Вот чтобы сфокусироваться, вы должны на момент фокусировки закрыть ручкой солнышко. То есть вы держите камеру в руках, ставите фокусировку по центральной точке, закрываете рукой солнышко, прям играете бленду рукой. Вы можете прям смело закрывать солнце, даже пускай у вас рука попадает в кадр, вам нужно только сфокусироваться. Вы фокусируетесь, потом ручку опускаете и нажимаете на кнопочку, делаете снимок. У вас все становится очень даже хорошо. Следующий вопрос. На какой точке нужно сфокусироваться, можно сфокусироваться, чтобы сделать крутой кадр? У нас есть 4 зоны. Первая зона – это зона с моделью. Вторая зона – это ее ножки. Третья зона – подушка. Четвертая зона – вот слева полочка. На какой точке лучше всего сфокусироваться? Лучше всего в данном случае фокусироваться на точках 2, 3 и 4. Если вы попытаетесь сфокусироваться на точке 1, то у вас не всегда получится это сделать грамотно, не всегда получится это сделать точно. В 90%, ну не в 90, конечно, процентах в 50 у вас фокус не попадет на модель, вы промахнетесь. Только потому, что на заднем плане у вас яркий источник света, и он достаточно далеко от модели. Он будет туда-сюда скакать, ваш автофокус. Поэтому мой совет, конечно же, не фокусироваться на участках, расположенных на каких-то задних ярких пересвеченных планах, чтобы точка автофокуса хорошо работала. А вы должны фокусироваться на равноудаленных участках от фотоаппарата, равноудаленных от фотоаппарата вместе с моделью. К примеру, точка 2 равноудалена от фотоаппарата, так же, как и точка 1. Поэтому я в данном случае сфокусировался на ее ступнях, потом поднял камеру и сделал кадр. И все стало очень даже хорошо. Если бы я сфокусировался на точке 3 или 4, у меня бы тоже все было бы замечательно, потому что эти точки, они равноудалены от моей модели. Смотрим дальше. Темный передний план. Очень часто бывает то, что мы фотографируем в контровом свете, и у нас передний план, он находится в тени, допустим, при солнечном свете, допустим, просто при контровом свете. Вот нам нужно передний план как-то освещать. Давайте разберем эту фотографию. Эта фотография была сделана в контровом свете, то есть солнышко освещает ее спину. О наличии источников освещения вы можете определить непосредственно по самому свету на фотографии. Свет от солнца падает на ее макушку, на ее правую грудь, на ее правое плечо и там, на бревно. И вы можете сразу сказать, то, что здесь источник света за ее спиной, то есть он находится где-то вот сверху, слева, далеко. Ее лицо освещается другим источником света. Каким?
Это обычный отражатель, который расположен снизу. И отражатель отражает солнечный свет и направляет его ей в лицо. И мы подсвечиваем, соответственно, ее личико. Вот такие вот дела. Дальше. Так, вопрос, Рита. Расскажите, пожалуйста, про изменения фотографий под размер киношный. Об этом я чуть попозже расскажу, прям самую капельку, но я запишу. 16:9. Дальше. Вот этот снимок сделан аналогично. Передний план подсвечивается с помощью отражателя, задний план – обычный естественный свет. Вот за счет отражателя, опять же, у кого нет, купите, потому что штука очень полезная, в некоторых случаях она просто необходима, она позволит вам освещать ваш передний план при контровом свете. Следующий момент, который, на который тоже хочется обратить внимание, это фотографирование при расположении объекта как отражающей поверхности. То есть в данном случае свет на лице нашей девушки, он отражен от, ну, как раз контровой свет отражен от ее лица. Вот такая вот интересная штука получается. Окей, давайте дальше. Съемка ночью. Недостаточные условия освещенности. Какие у вас могут быть минусы? Первое – это шумы, шевеленка, невозможность сфокусироваться и различные блики непонятные. Ну, как мы избавляемся от шума? Мы используем либо низкие ISO, либо длинные выдержки, либо дополнительные источники света, либо светосильный объектив, либо малошумная матрица. То есть, в принципе, все, что вы видите на экране, поможет вам сделать симпатичный кадр в условиях недостаточной освещенности. Вопрос следующий. А если, допустим, у кого-то нету светосильной оптики, либо нету малошумной матрицы, что делать? Допустим, вот этот кадр, он снят на светосильный объектив и на малошумную матрицу. То есть в совокупности он снят при обычном уличном освещении, и я использовал витрину. Я просто-напросто модель фронтально, фронтальную часть модели, я подсветил витриной, белым светом, белым светодиодным светом. И получился вот такой вот кадр. А вот этот кадр я снял на Canon 50D и на Canon 50 мм f1.8. То есть это, в принципе, объектив, который должен быть у каждого фотографа. Тоже достаточно светосильный. И здесь я модель освещал также искусственным светом, но он такой постоянный, то есть не вспышка. Дальше. Фокусируемся в темноте. Как можно сфокусироваться в темноте? Есть два способа. Первый способ – это фокусировка в ручном режиме по Live View. Кто не знает, что такое Live View, залезьте в Google и почитайте. Либо мы подсвечиваем объект съемки. В данном случае эта фотография была сделана по ручной фокусировке по Live View. Я сфокусировался на звездочке, включил Live View, переключился на полностью ручной режим, сфокусировался на звездочках и сделал кадр. А в этом случае меня модель держала в руках, у меня она держала в руках телефон, и этот телефон освещал ее личико, и освещал ее личико, и вот получилось сделать такой кадр. Вот, окей, дальше. Бабам. Две внешние вспышки здесь я использовал, то есть непосредственно прям свет. И дальше съемка на супердлинную выдержку. Вы можете использовать супер-супер длинные выдержки, если вы снимаете пейзажи, допустим, где-нибудь ночью на природе. Этот кадр снят на ISO 100 на 9 минут выдержки. Диафрагма здесь закрыта вообще. Как делать такие кадры? Для того, чтобы сделать такой кадр, нам нужно разобраться с стопами и с тем, как их считать, как ими пользоваться. Тоже бывает очень полезно для пейзажной фотографии, чтобы выставлять там супердлинные выдержки без тестовых кадров. Опять же, у кого есть
возможность. Кто не знает, что такое стопы, сейчас я это объяснять не буду, потому что это очень-очень долго. Вы просто возьмите этот слайд, сфотографируйте, скопируйте, там, не знаю, потом посмотрите на презентажке, либо в интернете прочитайте, что это такое. Но штука очень крутая. Как она работает? Вот я вам покажу на этих фотографиях. Сначала я сделал кадр на ISO 1600, одну секунду выдержки, на диафрагму 2,8. Потом я уменьшил ISO на 4 стопа, закрыл диафрагму на 5 стопов, и у меня яркость картинки уменьшилась на 9 стопов. Значит, я должен на 9 стопов яркость картинки увеличить, и увеличил я яркость картинки на 9 стопов с помощью выдержки. Выдержка у меня была сначала 1 секунда, плюс 9 стопов получилось 512 секунд. И в результате я получил следующий параметр. У меня ISO 100, диафрагма F16 и выдержка 512 секунд. 512 секунд – это как раз приблизительно 9 минут. То есть я пришел на место съемки, сделал кадр в одну секунду, поменял с помощью там арифметических вычислений, это элементарно, они делаются в уме, я выявил такие же параметры, аналогичные параметры, которые дают такую же яркость картинки, только на 9 минут. И вот у меня получился такой кадр, красивый, симпатичный, на длинную выдержку. Следующее, что мы разбираем, это смешанный свет. Вот смешанный свет, он уже немножечко более интересен, он уже немножечко более широк, и он, конечно же, более сложен. Смешанный свет – это когда мы используем несколько источников освещения, задний план, передний план, там средний план освещается вспышкой, либо просто каким-то источником света и так далее. Какие могут быть минусы? Первый минус – это невыразительный фон. Второй минус – это плоский свет. И третий минус – это отсутствие объема. Как добавить объем в фотографию, мы уже с вами говорили, то есть вы это знаете. Как избавиться от плоского света и невыразительного фона, мы сейчас разберем. Давайте посмотрим на вот эту фотографию. Эта фотография была сделана с четырьмя источниками света. Как вы думаете, какие здесь источники света? Это, кстати, занятие у нас тоже было на одном из курсов по фотографии, это продвинутый курс у нас в школе. Вот, мы вот взяли девочку, взяли самолет и пофотографировали на фоне самолета. А какой здесь свет? Сколько здесь источников? Здесь всего 4 источника света. Первый источник света – это самый главный, самый основной, самый красивый, который передает, наверное, атмосферу этого кадра – это естественный свет. Естественный свет – небо, заката, то есть там вот синий, холодный, разнотемпературный он даже получился, свет горизонта. Второй источник света, который тоже очень важный, который дает нам информацию непосредственно о модели и о самолете, это свет, который не вошел, источник света, он не вошел в кадр, он расположен за кадром, но он освещает нашу модель и наш самолет. То есть, в принципе, вы видите свет на самолете от девушки от одной вспышки всего лишь. По ее тени вы можете определить, где расположен этот источник света. И еще два источника света – это тоже две вспышки, которые направлены к нам в лоб, которые расположены на крыльях нашего самолета. Так, мне пишут, что я забыл про блики. Да, я забыл про блики, сейчас вам расскажу. Сейчас закончу с этой фотографией. То есть здесь всего 4 источника света, 2 источника на крыльях, 1 источник освещает нашу модель, 1 источник на заднем плане. Что для этого вам нужно? Опять же, вам нужен фотоаппарат, вам нужен синхронизатор, чтобы удаленно использовать вспышку, и, соответственно, вспышки. Пам-пам-пам-пам. Что по этой фотографии я вам хочу сказать. Вот. Как снять такой кадр? Какой у вас должен быть алгоритм? Алгоритм следующий. Мы должны проэкспонировать задний план на выдержку не короче, чем 1/160 секунды. К примеру, 1/30 секунды, либо 1/50 секунды. Потому что время синхронизации как раз 1/160 секунды. Если вы поставите более короткую выдержку, то ваши вспышки не успеют сработать. Дальше.
освещаем передний план искусственным светом, чтобы мы смогли сфокусироваться на модели. То есть она может держать в руке телефон, мы сфокусировались, она телефон убрала, и мы начинаем снимать. И потом мы просто настраиваем баланс между мощностями вспышек, чтобы получить самый правильный баланс яркостей наших источников света. Это что касается вспышек. И дальше, давайте я вам расскажу прям пару советов о бликах. Блики на фотографии – это, ну, та штуковина, от которой на 100% избавиться очень сложно. Как правило, многие объективы, особенно, ну, там, бюджетные более-менее, там, не L-класса у Canon, а тоже светосильные, допустим, Canon 50 мм 1.8. Эти объективы, они уже изначально имеют достаточно бликующие поверхности линз, и когда вы снимаете в полностью кадровом свете, блик у вас будет. Вы им можете пользоваться, вы можете его обыграть, разукрасить и сделать более интересным и использовать в своих целях для большей вариации, для большей выразительности вашего кадра. Но иногда многие забывают про одну такую штукенцию, что эти блики бывают настолько дикими, настолько вылезающими, а вылезают они из-за того, что у вас просто передняя линза, она может быть заляпана. Заляпана пальцами, заляпана, там, не знаю, еще чем-то. И когда у вас это все заляпано, у вас теряется контраст на картинке, теряется насыщенность картинки, и возникают тут тоже какие-то блики. Вот поэтому, чтобы избавиться от таких бликов, всегда следите за чистотой вашей линзы. Вам нужно ее протирать постоянно. Я всегда использую обычную майку, хлопчатобумажную, всегда не парюсь, то есть у меня никаких карандашей нет, использую обычную майку. Кстати говоря, я фотографирую тоже на телефон, там в Инстаграм, и у меня уже сложился какой-то инстинкт, я не знаю, не инстинкт, а уже какая-то последовательность действий. Я как достаю сотовый телефон, перед тем, как сделать кадр, я всегда протираю линзу своей майкой. И только потом делаю кадр. Прям вообще стабильно. Уже на автомате. Вот, поэтому всегда протирайте свою линзу, чтобы все было красиво и хорошо. Вот здесь используется, опять же, смешанный свет. Свет из окна, свет от лампы. Здесь используется вообще куча-куча различных источников света. И на заднем плане, и на переднем плане. И свет от вспышки, свет от лампочек. Много всего. Здесь тоже смешанный свет. Свет от вспышки, свет от бенгальского огня. Даже здесь используются два вида света. Первый свет – это естественный уличный, а второй свет – это вспышка. Я даже на этой фотографии подсветил объект с помощью вспышки. За счет этого возникает какой-то дополнительный объем. Здесь тоже используются два вида света. Первый свет – это теплый от лампы, второй свет – это нейтральный от вспышки. Ну, это панорама вообще, сделанная из нескольких кадров. Опять же, здесь свет из окна, плюс искусственный за ее головой, который подсвечивает ей так вот волосики. На этой фотографии точно так же три источника света. Это нейтральный свет от лампы. На заднем плане у нас свет от уличного освещения. И на заднем плане у нас также синий свет за... Синий свет от неба. Окей, здесь у нас свет, один источник света, но он просто свет на кухне от обычной лампы. То есть можно даже при таком свете фотографировать и получать достаточно интересные фотографии. Окей, здесь опять же совокупность трех источников света. Нейтральный свет, который освещает нашу модель. Это очень важно создать свет нейтральным. Именно нейтральный свет взять только там, где... Нейтральный свет взять только тот, который освещает нашу модель.
Здесь у нас также три источника света. Свет на модели естественный, не естественный, он искусственный, но от монитора, он нейтральный. Теплый свет от ламп и синий свет тоже от светодиодных ламп. Вот когда вы создадите на своей фотографии различные температуры, холодный, нейтральный, теплый, у вас получится разнообразить ваш снимок. Окей, это все, что касается света. Света и различных сложных условий съемки. Если у вас какие-то вопросы по этой главе есть, то, пожалуйста, мне сейчас об этом скажите. Потому что, просто в комментарии пишите, я отвечу. Сейчас мы с вами вкратце разберем вторую главу. Она очень коротенькая, она, в принципе, несложная. Это локация. Локация – сложные условия съемки в определенных локациях. Первое, о чем хочется рассказать, это замкнутое пространство. Когда вы снимаете в замкнутом пространстве, и вы хотите сделать широкий кадр, то вы можете пользоваться либо широкоугольными объективами, либо снимать панорамы. К примеру, находясь в студии, я на объектив свой мог снять вот только как девушка слева. Это не обработанный кадр, просто такой стоковый. Я имел на 35 мм на фулфрейме вот такой вот угол обзора. А справа я снял панораму. Эта панорама состояла из 11 кадров. Это, достаточно много. 13. Из 13 кадров. Но в совокупности, опять же, некая обработка, некоторые вырезания и так далее, получилось это все склеить и получить вот такой вот кадр. То есть, в принципе, панорама, панорамная съемка, она может быть выходом из замкнутого пространства. Если реально вы хотите сделать что-то более широкое, но вам не позволяет ваша техника, вы можете научиться делать панорамы. Это не так уж и сложно, все обучаемо. Это тоже фотография была снята вообще в малюсеньком пространстве, там 1,5 квадратных метра по площади. Но за счет панорамы получилось расширить углы обзора и так далее. Та же самая панорама. Следующая точка – это вопрос о нашем местонахождении во время съемки. Мне вот хочется вам вкратце рассказать о том, как я снимаю, какую точку съемки я использую и где я нахожусь во время съемки. Вот этот кадр был снят, опять же, вот этот кадр, допустим, либо вот этот кадр, он был снят с точки съемки сверху. Мы можем быть везде. Мы должны искать нестандартные ракурсы. И порой точка съемки сверху позволяет нам сделать абсолютно иной кадр. Я, честно, вот прям стабильно могу сказать, то, что этот кадр я сделал самым первым в своей жизни с точки съемки сверху. Мне это настолько понравилось, что потом я начал просто-напросто штамповать такие фотографии, и они стали моим смыслом. То есть моя стилистика... Каждый фотограф чем-то должен отличаться. Вот я, наверное, отличаюсь тем, что я обожаю точку съемки сверху, прям непосредственно точку съемки с зенита. И делаю я это приблизительно так. То есть я просто встаю над моделью, использую режим Live View, скоростную фокусировку и на вытянутой руке, либо поднимаю фотоаппарат еще выше, делаю кадр. К примеру, вот этот кадр, опять же, он был сделан с точки съемки сверху, залезла часть моей ноги, но это абсолютно не страшно, потому что эту ногу я спокойненько взял, потом в фотошопчике затер и получил такой кадр. То есть до-после. Такие вещи, они делаются, опять же, достаточно быстро, несложно. Опять же, следующая фотография. Происходило это дело приблизительно вот так вот. Я поднялся на трубень такую, залез повыше, ручки вытянул, включил режим Live View. У кого там есть поворотный дисплейчик, вообще очень круто, можете повернуть дисплей и все видеть. И опять же сделал кадр. Потом заштамповал просто ножки с помощью Photoshop. Следующее, это давайте я вам расскажу, я попытаюсь найти слайд, где я делал как раз вопрос, как я снимал сверху, с точки съемки сверху, как я это делал. Сейчас, секунду, прям 3 секунды ждем.
Вы пока можете мне задать какие-либо вопросы, и я на них отвечу. Так, окей. Что-то я не могу эту фотографию найти, но я вкратце расскажу, как я это делал. При фотографировании девочки, которая лежит с рогами, я прямо сейчас найду этот слайдик, чтобы все видели. Вот этот кадр. При фотографировании этого кадра я встал первым делом на пенек, там стоял пенек. Второе, я прикрепил свой фотоаппарат на штатив. Штатив полностью разложил и держал штатив на вытянутых руках над головой. Вот благодаря тому, что я держал штатив на вытянутых руках над головой, у меня получилось как раз, расширить угол обзора. То есть штатив был примерно на высоте, ну, фотоаппарат был на высоте, наверное, метров 3,5, где 3,5 метра было над землей, я его держал. Вот синхронизировал я фотоаппарат по Wi-Fi со своим телефоном, и я, в принципе, видел, какой кадр у меня получается. Вот это что касается, опять же, этого кадра. Мы уже подходим к концу. У нас осталось капельку рассказать о воде. Очень часто бывает, вы фотографируете в условиях очень сложных, допустим, дождик, либо снег. И мой совет вам – это всегда защищать фотоаппарат от влаги. Потому что, когда мы фотографируем, фотоаппарат может намокнуть, потом вырубиться. Я когда себе купил фулфрейм, в первый же день я пошел снимать под проливным дождем, моя первая фотосессия на полноформатную матрицу. И такая вот обидная штукенция, у меня фотоаппарат вырубился после 2 часов съемки и не включался. Я пришел домой, и 3-3 суток я его сушил в рисе. Вы можете использовать защитные чехлы от дождя, либо же просто обычный полиэтиленовый пленкой замотать. Вот, это будут ваши как раз высокие технологии. Это все несложно. Так вот, вот этот кадр я сделал под проливным дождем. Это была первая фотосессия моя на мою камеру full frame, первую в своей жизни. И она у меня вырубилась на 3-м часу съемки. Я ее положил в рис, 3 суток она просыхала. Я так переживал, реально. Поэтому если у вас камера вырубится, особо не переживайте. Ну, есть еще шанс ее реанимировать. Придите домой, засыпьте ее рисом сухим и подождите несколько суток. Она просохнет. Что мне еще хочется сказать о сложности? Пожалуйста, не бойтесь творить то, что рисует вам ваш мозг. Все ваши идеи, они легко воплотимы. Их можно воплотить. Вы должны не бояться. Вы должны не бояться заморачиваться. Вы не должны лениться. Вы должны просто взять, залезть по уши в воду, залезть с головой в воду, если потребуется, и сделать кадр оттуда. Если на улице холодно, вы не должны бояться этого холода, ваша модель не должна бояться этого холода, вы должны найти такую модель, ну и так далее. Только тогда вы сможете творить только то, что рисует ваш мозг, и тогда вы сможете получить очень крутой результат. Подумайте о реквизите. Реквизита может быть очень много. Самое главное, чтобы ваш реквизит не был бутафорией, чтобы он казался, смотрелся реалистично. Только тогда кадры будут приятными. Вот. Капельку мне хочется рассказать об обработке сложных условий еще. Мы с вами обработали наши кадры, но мне хочется показать вам еще некоторые снимки до-после. Вот, допустим, вот этот кадр был сделан вообще из 3 снимков, и в результате получился вот такой вот кадр. До,
после. То есть пришлось затереть машинки слева-справа, пришлось затереть все провода, чтобы получить такой более интересный кадр. Это реально сложные условия съемки, потому что я снимал в маленьком узеньком дворе, где были наставлены машины, и я просто не мог отойти дальше, чтобы получить такой ракурс и захватить много информации, не захвачивая ненужную информацию. В этом случае здесь тоже пришлось много всего затирать. Штатив, самолет. Здесь пришлось затирать свою ногу. Здесь пришлось вообще очень много всего делать. И затирать, и растирать, и так далее. Вот. Это что касается, в принципе, всей фотографии. И обработки того, что мы сделали. Вот. Что мне хочется вам еще сказать. Если у вас есть какие-то вопросы... вот, кстати, фотографию выложили, где я как раз держу свой фотоаппарат на штативе. Что мне хочется сказать в заключение. Мы сегодня с вами познакомились с некоторыми определенными принципами фотографирования в условиях сложного света. Это контровой свет, это свет в зените. Ознакомились с некоторыми способами обработки фотографий. Их, конечно же, очень-очень много. И чтобы получить классный результат, вы должны уметь очень круто обрабатывать. Вот. Поэтому если вы хотите очень круто научиться обрабатывать, то обязательно прикатывайте на наш творческий курс фотографии. У нас 10 ноября, во вторник, стартует курс по творческой фотографии, который состоит из 9 вебинаров. Это 9 нереально крутых вебинаров от всех, от различных крутейших преподавателей по всей России, от фотошколы Like, соответственно. И все эти 9 преподавателей будут давать мега полезную, мега крутую информацию о репортажной съемке, о там, портретах, о свадебной фотографии. Я непосредственно буду давать чистый фотошоп. То есть я буду говорить о цвете. Моя цвета моего вебинара – это будет цвет. И непосредственно обработка в фотошопе там, с использованием различных поканальных контрастов, с различными цветовыми пространствами будем творить вещи. Там мы уже непосредственно будем только обрабатывать. Вот. Поэтому успейте записаться, у нас курс начинается 10 ноября, сейчас цена на него низкая, цена всего реально очень низкая. Сейчас под этим видео... Под этим видео вы должны увидеть баннер. Сейчас посмотрим. Вот, баннер показался. Обратите на него внимание, и если вы кликните на него, то вы прочитаете все о нашем курсе. Что да как, кто ведет, какие занятия там непосредственно будут. И после этого курса, это 8 вебинаров, вы сможете просто нереально очень круто прокачаться. Этот курс стоит на данный момент 3600. У вас есть еще целый один день, чтобы успеть записаться. Потом будет 5800. Поэтому записывайтесь, 39% скидку урвите. Будем с вами круто обрабатывать фотки. Вы нереально прокачаетесь в других жанрах фотографии, в других стилях фотографии. Вот. Но опять же, я вернусь к вопросам, если таковые имеются, и попытаюсь на них ответить. Давайте отвечать на вопросы. Вопрос первый. Как делать репортажную съемку в плохих условиях освещенности? С одной вспышкой получается темный фон. Смотрите, вспышка освещает только передний план. Вы можете использовать вспышку, но выдержку, общую выдержку, поставьте достаточно длинную. Достаточно длинную для того, чтобы осветить задний план. Когда вы будете использовать такую совокупность, как длинная выдержка и вспышка, то у вас задний план будет проэкспонирован, хоть и размазан, а передний план будет резкий, яркий с помощью вспышки и прорисованный. То есть он не будет размазанным, в нем не будет шевеленки, потому что у вспышки выдержка очень короткая. В принципе, вы можете открыть абсолютно любой...
отчет, фотоотчет там в каком-нибудь ночном клубе. Так снимают все такие фотографы-репортажники в ночных клубах, чтобы у нас задний план был ярким, там со всякими размазанками, а передний план, чтобы был резким. Нужно использовать вспышку. Вот это что касается клуба. Дальше. Как снимать в снежную погоду? Все-таки это тоже неблагоприятные условия съемки. Смотрите, снежная погода – это очень крутая штука, потому что у вас есть, первое, это огромные хлопья снега. Какой минус может здесь возникнуть? Минус может быть только один, чисто технический. Это у вас может заляпаться, замокриться фотоаппарат. То есть защитите свой фотоаппарат. Это даже снег, это, наверное, даже уже не благоприятные условия, а просто благоприятные условия. Потому что когда идет снег, когда вот эти хлопья снега, вы можете достичь такого классного художественного эффекта, что вообще очень круто. Главное – правильно подсветить вашу модель. То есть вы можете использовать вспышку, и снять. Ну, опять же, я могу показать снимок. У меня есть такой снимок, где я фотографировал в снежную погоду. Так, где он у нас? Сейчас найду. Ничего не вижу так. Вот он у нас. Допустим, вот этот кадр как раз был сделан в снегопад, идет снег, но благодаря вспышке у меня получилось подсветить парня и получилось подсветить снег, который вот прям рядышком с ним. И за счет этого я снег очень хорошо увидел. Вот если бы я не подсвечивал вспышкой снег, то, скорее всего, бы я не увидел настолько контрастные белые хлопья снега. Вот, поэтому тоже можно использовать здесь вспышку. Дальше. Фото с рогами. Рога случаем не на палку прикрепили? Нет, угадайте, кстати, как рога прикреплены. Я вам чуть попозже расскажу. Какие-нибудь идеи есть у кого? Как снимать в снежную погоду? Все-таки это тоже... Ага, это я рассказал. Дальше. На вебинаре информация дается с нуля. Смотрите, на вебинаре информация дается не с нуля, но на вебинаре я делаю все просто последовательные. Я объясняю, что, куда я тыкаю и на сколько процентов я все двигаю. То есть там уже непосредственно конкретика, чтобы вы потом смогли дома у себя на компьютере это все дело повторить, там с какой-то задержкой, еще там по несколько раз пересмотреть. В том-то и прикол, то что суть вебинара по обработке на курсе «Творческая фотография» состоит в том, что вы можете это все пересмотреть по 10 раз, вы это сможете все в точной последовательности повторить, и еще ту фотографию, которую мы с вами обрабатываем на занятии, на моем вебинаре, я ее вам скидываю в группу отдельным файлом, и у вас будет отдельный файл, который вы сможете открыть, и там будет по слоям все это реализовано. Вот, занятия проходят всего этого курса «Творческая фотография», как правило, вечером там с 7 до 10, плюс вы выполняете обязательно домашнее задание, которое преподаватели комментируют, плюс у вас будет, само собой, закрытая группа, в которой вы можете общаться, вот, ну, так что это не тормозите, обязательно приходите, будет очень круто. Следующий вопрос. Как делать теплые фото в дневное или вечернее время в контровом свете без использования фотошопа? Без использования фотошопа это делается очень легко. Вы уже заранее можете подготовить вашу фотографию по балансу белого. Я открою еще один слайдик. Смотрите, вы можете выбрать баланс белого, к примеру, тень. Вот если вы выберете баланс белого тень на фотоаппарате, то у вас уже изначально кадр будет очень теплым. Поэтому пользуйтесь так. ББ тень. Я откомментировал баланс белого тень. Пробуйте, творите, и все будет круто. Вот, если у нас вопросов больше нет, я отвечу, как держатся рога. Рога на модели, у меня, к сожалению, нету снимка, как они держат, но я вам расскажу. Эти рога подвешены на леске. Мы залезли на деревья рядом стоящие, на высоту метров трех, наверное. И спокойненько
подвесили, натянули толстую леску, и к толстой леске тонкими лесками прикрепили эти рога. То есть эти рога, они парят в воздухе, то есть они как бы, ну, летают. И мы уже взяли модель, подставили ее ближе к этим рогам, и получился такой кадр. Вот, поэтому, конечно, реквизит вы можете искать, вы можете придумывать все, что угодно и так далее. Вот, окей. Я очень рад, то, что вы посетили мой вебинар. Я очень рад, то, что вы... Я надеюсь, конечно же, то, что вы для себя выявили какую-то полезную информацию о цвете, полезную информацию о свете. Опять же, будете этим всем пользоваться. Опять же, подписывайтесь на всякие каналы на наши, подписывайтесь на нашу группу, заходите там ко мне на страницу, задавайте вопросы. Я с удовольствием на все вопросы отвечу, я с удовольствием на все-все-все с вами смогу поговорить. Вот, вопрос еще один появился. Как при длинной выдержке, вытягивая фон, не размазать модель? Непонятно, почему здесь присутствует выражение «длительной выдержки». При любой выдержке, вытягивая фон, не размазать модель, вы можете... я понял. Это, наверное, при съемке со светом. Вот когда вы используете вспышку, свет от вспышки, он намного ярче, нежели свет от заднего плана. И у вас задний план должен быть изначально немного темней. И, как правило, у вас уже изначально передний план, освещенный вспышкой, будет прорисован достаточно резко. В нем не будет изначально шевеленки от вспышки, потому что она супер короткая, у нее там время вспыхивания 1/10000 секунды. На все остальное уже вам как бы не особо важно. Задний план, он может быть размазан, потому что в нем не так важны резко детали без... детали с шевеленкой, грубо говоря. Вот, окей. Давайте с вами, наверное, заканчивать. Всем большое спасибо, прям вообще спасибущее. Обязательно заходите по ссылке над этим вебинаром, под этим вебинаром. Цвет фотографии – это мой вебинар будет на курсе онлайн. Стоит он недорого, он намного, намного ценнее те знания, которые вы получите на этом курсе. Вот, всех буду рад видеть, со всеми буду рад пообщаться. Вот, всем спасибо. Надеюсь, вам было интересно. Всех целую, всех обнимашечки. И хорошего вам вечера, дня, утра, настроения и так далее. Вот. Всем пока. О-о-о.